На этот раз мы с Тимуром спорили на результат матча Германии-Греции. При финансовой поддержке Евгения Некрасова в главной роли Тимур Обухов, Евгений Некрасов. Теперь я уже покупаю мороженое. Хочешь снимать? Мне, пожалуйста, самое вот это вот. Вкусное пломбир ГОСТовский. Да. Тут ГОСТовский с черникой, если я шоколад. Простой. Я выел. Расскажи, какой матч? Греция-Германия. Значит, этот, как обычно, поставил на Грецию. В этот раз промахнулся. Германия, чё бы, да? ГОСТовский мороженое. Ну чё? Так, перебивочка. Айс, как? Давай, вот, снимай. Вот мой ГОСТовский мороженое. Давайте я крупно. Ой, общим планом давай. В общем. Покажи мороженку свою. Все, все можно? Иду дарить мороженое, купленное чуть ранее мною в магазине. Я мороженое. Я Тимуру поспорил, Германию, потому что Греция одна. Германия одна. Вас вообще, то есть, не смущает, что я в туалете, да? В общем, это тебе куда положить? А мне почему, если ты Тимур просто... Тимур попросил тебе отдать. А мне где? Моё мороженое. Это можно я тут уединюсь? Передай привет папе с мамой. Давай в камеру. Давай, Стас, чего? Испания. Испания. Что Испания? Счёт. Просто выиграет. Испания выиграет. Чемпионат? Нет, Португалия, Испания. Португалия, Владимир Кристиано Роналдо рулит. Да, давай, давай, конечно, там. Его вчера исследовали. Не смотрел ночь? Нет. А вот я посмотрел. Он стоит 3 футболистов. Итак, очередной спор. Испания-Португалия завтра играет. Как сам? Сам как? Значит, мы спорили же, да, до этого? Это второй кадр, мы успели записать, на что мы спорим. Значит, мы повторяем, мы спорим на Португалии и Испании сегодняшний, завтрашний полуфинал. Вот. Этот предсказатель говорит, что Испания выиграет. Вот Хави Алонсо и прочие товарищи могут. Селесно. Да. А я говорю, что Криштиану Роналдо у них на 2 человека больше, на 3 стоит. Я тоже так говорю, что Криштиану Роналдо. Кассилиус. Мы спорим на 3 мороженки. Да, то есть мы разбиваем это мороженое. Это зараз. Сейчас, подождите, подойдем. Женщина. Вот, она уже знает, если все привыкли. Я скину сейчас. Суть, значит. Все, да? Этот человек предсказал то, что сборная России не выйдет из самой ватной группы. Я был прав. И он был прав. Так что? Поэтому... Кстати, его там в интернете оскорбляют, называли всякими словами нехорошими. Говорили, что он там вообще не прав. Вообще не прав. Оказался прав. О, провидец. Ладно, пока.